Сенсация! Свершилось! Наконец пришел ответ на письмо казаков турецкому султану. Слава Украине! Турецкий султан сам привез его казакам. Иван Серко и Петро Сагайдачный. Что? Так можно было? А что, так можно было, что ли? И затянули люльку на весь рай. А гопаком всех херувимов распугали. Но Таип Реджеп Эрдоган не только султан, но и факир. Достал изо рта слово и поджег срандели по всему Арбату. Чтобы всю эту пенную вечеринку вам не показывать, скажу, что там все как обычно. Как он мог? Предатель, фашист, кебаба-бендеровец. А не лорок нашу турка забрать. Турецкий поток отрубить. Самолеты российские запретить сбивать. Помидоры турецкие обколоть. Ну и в том же духе, только с меньшей фантазией. Но я хочу остановиться на одном забавном моменте. Слава Украине! Теперь посмотрите, как в аналогичной ситуации себя повела канцлер Германии Ангела Меркель. Витаю в войне! Неужели вы считаете, что мы это не заметили? Видите, в правом углу. 18-й год. А сейчас какой? Но, важно другое. Вот бандеризм шагает по миру. Да, Меркель была там уже тогда, когда Порошенко учредил ваш бандеровский лозунг. И Меркель, в отличие от Эрдогана, понимает, что такое историческая ответственность. А на какой стороне воевала Турция во время Второй мировой войны? Вот Меркель молодец. Слава Украине, фашистская, отказалась говорить. А Турция, так как в период Второй мировой была союзником фашистской Германии, не постеснялась. Стоп. Союзником фашистской кого была Турция? Знаете, если лягушку бросить в молоко, а потом в молоко бросить карбид, а потом надуть эту лягушку через трубочку от турецкого потока, то получится Владимир Соловьев в студии. Он, как говорят у нас на Бабурке, неожиданно сел на жопу. Непонятно, кто плохой, кроме Украины. Но хочу вам сказать, что вот он крикнул, а продукты газа, которые могли идти через вас, теперь идут через него. Что же он так Украине помогает? Вова, ну ты совсем плохой, да? Президент Турции во время официального визита в Украину развернул продукты газа в сторону России. Нет, еще не все. Да. Ну, это такой недвусмысленный дипломатический пассаж. Это должны были учуять огромные ноздри Сергея Лаврова. А еще заключил с нами соглашение о продаже оружия. Не удивлюсь, если того, который покупает у вас, за ваши же кредиты. Что вам нужно, кроме чуда? Оружие. Много оружия. Потом он снова приедет в Москву, будет обниматься с Путиным, пить из его чашки. Тащи пустой стакан, чтоб я не смог напиться на повал. Ну так бывает, не очаровывайтесь. Но главное другое. Вы окружили себя по периметру украинами. Турция не ваш брат навеки, как и Беларусь, как и Казахстан, Китай, Армения, Грузия и Чечня
внутри вас. Вы как друг фекалия на палке. И все это понимают. Таких друзей за хуй в музей. Туда, на верхнюю полку, к Ленину. И Эрдоган сейчас это четко и недвусмысленно показал. Слава Украине!